Юрий Нерштейн, автор «Ежика в тумане», возмутился, когда узнал, что в Чебоксарах поставили памятник культовым ежику и медвежонку. Напомню, вчера рядом с аэропортом появился новый арт-объект. Нерштейн заявил, что скульптуру никто с ним не согласовывал, и она, по его мнению, обязательно будет пошлой. Я ничего не знаю. Меня эта сторона мультипликации сильно не привлекает. Эта идея бродячая. То в Пензе хотели, поскольку я там родился неподалеку от Пензы, то кто-то где-то сказал, что в Киеве поставили памятник. Не знаю, стоит или нет. Теперь вот в Чебоксарах. Как правило, это все замешивается на пошлости, поэтому меня это очень сильно не привлекает. Композицию выполнила и презентовала городу марийская компания, которая уже дарила Чебоксарам маленького принца с розой. Он стоит на Арбате. Новую скульптуру назвали «Медвежонок» с ударением на вторую «Е». В администрации Чебоксар уверены, что арт-объект всего лишь символизирует стремление к путешествиям, познанию мира, а также желание всего всегда возвращаться домой, на родину, к друзьям и близким. И ничего пошлого в этом нет.